второй бой нашего вечера. В красный угол ринга приглашается боец из Стамбула Артем Брусов! Артем Брусов! Поздно выздоравливать под простыней хвосты мостов, тамбов, рассыплюсь в порох, поверь мне, дорог ты, мотором хмыл. Я видел множество скованных талантов, угробленных баландой, а где-то там плавно течет правда. Да ладно, плата нравов поправит, а трава перед переправой, с перегаром во дворе родные, которые радовали парадами, тратами, парады бить, воротить поздно уже былое, плоть, коря, ход, трое, менять слои, на ход, ноги, менять, ходить, гадить, гноить, но все равно любить тебя, лелеять, молить, просить прощения, как щень, тщетно это все. Я знаю, я замерзаю без тебя, курю в опе, опять в твоем сопровождении, являюсь только тенью, только мгновением, бездельным, тленным пленником твоих оков. Но я готов служить тебе беспечно. Последнее интервью перед уходом в вечность. Тамбов, я не могу избежать этих слов, словно попал в ров, кровный покров родных островов. И не могу остановить в душе порывов, сломать засов этих даров. Тамбов, Тамбов. Из синего угла ринга приглашается его соперник Рустам Гафури. Встречаем. Рустам Гафури. В красном углу ринга боец, рост 183 сантиметра, вес 78-100, его возраст 25 лет, профессиональный рекорд. Один бой, одна победа, из Стамбула, Артем Брусов! И его соперник, рост 178 сантиметров, вес 80 килограмм, возраст 27 лет, дебют на профессиональном ринге, из Нового Воронежа, Рустам Гафури! Раунд 1. Вот, работает. Вот, работает. Вот, работает. Вот, работает.
В этом бою победу нокаутом одержал Артем Брусов! Город Тамбов.